Lexus RX в нынешнем четвертом поколении выпускается уже 4 года. А значит, пришла пора для плановой модернизации. Рестайлинг принес кроссоверу измененные фары, противотуманки переехали в нижнюю часть бампера, пересмотрены задние фонари, добавлены колесные диски нового дизайна диаметров 18 и 20 дюймов, а также два новых цвета кузова. Светодиодные фары снабжены продвинутой функцией Blade Scan Type AHS с двумя вращающимися зеркалами. Это означает улучшенную скорость и точность работы адаптивного светового пучка. Главные изменения сосредоточены в салоне. Lexus наконец отказался от старой медиа-системы и контроллера Remote Touch. Отныне уже в базовой комплектации RX оснащается 8-дюймовым сенсорным дисплеем, а за доплату предлагают тачскрин с диагональю 12,3 дюйма. Для тех, кто не любит тыкать пальцем в экран, оставлен тачпад на центральном тоннеле. Длиннобазные модификации RXL предложены раздельные капитанские кресла второго ряда, которые сами по себе добавляют 95 миллиметров в ногах пассажиров галерки. Кроме того, диван третьего ряда отныне регулируется на два положения, давая выбор между пространством для поклажи или для седоков. Доработана и ходовая часть. Стабилизаторы на обеих осях стали толще на 1 мм и жестче. Ради лучшей управляемости перенастроены пружины, амортизаторы и рулевое управление. В базовое оснащение RX включен усовершенствованный комплекс превентивной безопасности с адаптивным круиз-контролем, функциями слежения за разметкой, распознавания велосипедистов и автоторможением. Об изменениях по части моторной гаммы ничего не говорят. По всей видимости, двигатели остались прежними. Известно, что обновленный кроссовер начнут выпускать в третьем квартале текущего года, но точная дата выхода на рынок пока не определена.